обращението си към израелския парламент Владимир Зеленски сравни военната операция на Русия в Украина с Холокоста. Има ли основание украинският президент за такива сравнения и такива обвинения? Любое сравнение с Холокостом или катастрофой евреев и уничтожением евреев во Второй мировой войне, жертв той или иных, тех или иных военных действий, является кощунственным, преступным и обелением нацизма с одной стороны и унижением памяти погибших с другой стороны. Ничего общего не имеет то, что происходит с катастрофой еврейского народа. А последний, кто об этом говорить может, это президент Украины, в которой те же самые нацистские пособники, которые уничтожали еврейский народ, они являются национальными героями, и их прославляют на Украине, их именами называют площади, им ставят памятники. Они сегодняшние также лицо того, что они хотят навязать украинскому народу. А те, кто воевали против нацизма, 6 миллионов украинцев забыты и стерты. Остаются только эсэсовцы и войска, солдаты вермахта и обслуживающий персонал УПА и ОУН, который уничтожал евреев и неевреев в лагерях смерти. В лагерях смерти 90% обслуживающего персонала были украинцы, члены этих организаций. Така, всяко сравнение с Холокоста е светотатство, обида и поругаване на паметта. Няма нищо общо между случващото се в Украина днес и Холокоста. Последният, който може да говори по този начин, е Зеленски със своите партньори, които открито подкрепят нацизма, които възвеличават като герои престъпници от Втората световна война. В момента се забравят 6 милиона украинци, които се борят срещу нацизма в Червената армия, докато се прославят герои, като герои се прославят хора от ОУН и Украинската въстанническа армия. Докато в същото време, например, 90% от обслужващия персонал в концлагерите е бил с украински произход, именно тези военнопрестъпници. Яков Йосифович, че пътят на Украина към НАТО е окончателно затворен. И последний въпрос. Я думаю, что НАТО никогда больше не примет и не попытается принять Украину в свои ряды. Я не уверен, что через 5 лет НАТО еще будет существовать. Мисля, че НАТО никога няма повече да се опитва да приема Украина в своите редици. А също така смятам, че НАТО след 5 години повече няма да съществува.